Здравствуйте. Скажи мне, как ты трактуешь инфляцию, и я скажу тебе, кто ты. Это неуклюжая адаптация знаменитой цитаты немецкого философа Мартина Хайдеггера, как нельзя лучше объясняет нынешний раскол в Европейском центральном банке. Ситуацию проанализировало агентство Рейтер. Общая инфляция в еврозоне снизилась вдвое за последние 9 месяцев и составила в июле 5,3%. Однако это не устраивает сторонников жесткой линии среди управляющих ЕЦБ. Прежде чем закончить беспрецедентно быстрый подъем процентных ставок, они хотят увидеть резкое снижение базового показателя инфляции. Безусловно, и общая, и базовая инфляция в настоящее время превышают целевой уровень ЕЦБ в 2%. Однако акцент на втором показателе неуместен по двум причинам. На самом деле базовая инфляция, как правило, идет вслед за общей с запозданием. Вторая причина заключается в том, что общая инфляция является более точным индикатором потребительских ожиданий, которые чиновники тщательно отслеживают, чтобы обеспечить сдерживание роста цен в будущем. В условиях рекордно высокой ставки по депозитам и нестабильной экономики ЕЦБ необходимо убедиться в том, что его антиинфляционное рвение не приведет к рецессии. Глава ЕЦБ Кристин Лагард пообещала ориентироваться на данные. Изучение правильных данных, безусловно, поможет в этом.